Здорово! Ты находишься на канале Криптонация Лайф, и сегодня у нас будет новый интересный проект на рассмотрении. Проект называется Auturion. Мир не стоит на месте, он постоянно развивается, и перед людьми встают все новые и новые проблемы, а также вызовы, которые нужно решать. И для этого люди создают технологии, способные их решить. Современные универсальные технологии по типу блокчейна и криптовалют. И сегодня об одной из таких платформ мы с вами и поговорим. Платформа, разработанная командой профессионалов Auturion, создает защиту подлинности и доверия к брендам, а также к различной информации с помощью блокчейна, криптовалют и универсальных меток. Auturion AIZ. Данная технология называется именно так, и она позволяет вам проверять, авторизовывать, аутентифицировать или сертифицировать любую личность, а также любой актив, быстро, безопасно, и все это будет сделано с помощью блокчейна. Данная платформа будет доступна как на Android, так и на iOS, ну и конечно же на ваших персональных компьютерах. AID – это первая в мире машиночитаемая оптическая метка на блокчейне. Она включает многочисленные применения в утверждении, удостоверении подлинности, проверке подлинности и аттестации. Потому что, как вы знаете, сейчас в мире очень часто делают различные подделки. И штрих-коды не защищают людей от покупки подделки. Злоумышленники научились подделывать различные штрих-коды брендов. И тем самым они ухудшают репутацию данных брендов. Бренды нацелены на то, чтобы их продукты были самыми лучшими. Им нужна такая надежная защита, как AID, которую будет невозможно подделать и которая будет размещена через блокчейн. Также данная команда создает универсальную платформу, где будут размещены различные DApps приложения. Они создают целый магазин приложений, который будет доступен на их платформе. И любой разработчик, который захочет разместить свой продукт, сможет это сделать, чтобы всему криптосообществу были доступны его интересные приложения. Также они проводят различные конкурсы и активности, чтобы привлекать людей к данной технологии, чтобы люди интересовались криптовалютами и блокчейном, ну и конечно же их проектом, чтобы проект развивался и многие бренды узнавали о них, и потом их данные и их продукты были защищены. И также они создают универсальную технологию, которая позволяет вам зарегистрироваться на этой платформе и размещать свою личную информацию. Личную информацию, которая будет защищена шифрованием и блокчейном. И личную информацию, доступ к которой вы сможете открывать различным брендам, нажимая лишь одну кнопку. И каждый человек сможет выбрать ту или иную информацию, которую он захочет предоставить этому бренду. И взамен за это он будет получать токены данного проекта, либо брендовые какие-то вещи, а также другие вознаграждения. Токен данного проекта разработан командой для обслуживания этой платформы и для ее работы. Токен называется AUN. Именно его они сейчас реализуют через продажи, чтобы проект развивался и чтобы у них были денежные средства на развитие этой платформы. Если вас заинтересовала данная технология и этот проект, то вы можете его более подробно рассмотреть на сайте. Ссылку я оставлю в описании. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покедова!